возвращаясь к технике японской гравюры, значит, замечательное совершенно владение линией, умение написать не столько кто перед нами, не столько как эти женщины одеты, как они выглядят, сколько умение создать ту атмосферу, которую создавали только японские гейши. Культура японской гейши тоже крайне важна для того, чтобы мы понимали этого человека, Леонардо, о котором пойдет речь сегодня. А кто такая гейша? Кто такой самурай, мы выяснили, а кто такая гейша? Очень образованная женщина. Угу. Она не очень долго учится, отбирать с детства. Очень интересный способ подбора, насколько я слышала, тоже выбирать по способному характеру. Ну и если ей везло, то она находила себе патрона, забранная там какое-то собранное знание. И он, ну, она была его как, не знаю, горожанская жена или вторая жена. Вторая жена, да. Жизнь, которая мне двигается, для стихии, не знаю, надо часто рисовать. Все правильно. Слово гейша в переводе с японского означает человек искусства. Никакого отношения к проституции, как воспринимали их американцы, и как воспринималось это долгое время в нашей стране, гейша не имеет, потому что гейша сама выбирает из огромного числа людей, которые приходят в чайные домики, посетители, она сама для себя решает, хочет она быть с этим человеком или не хочет. Поэтому гейши не проститутки. Гейши это женщины, которые в отличие от жены имеют широкий кругозор, огромное количество знаний. И самое главное качество гейши, которое вот нам бы славянским женщинам у них получится. Они никогда не мужчину не то что не пилят, они просто, у них такой кодекс гейши, они обязаны создавать мужчине хорошее настроение. Она всегда можно параллели с куртизанками провести? Можно, сейчас расскажу, в чем разница. Значит, гейша по определению должна мужчину развлекать, чем-то интересным увлекать, быть милой, уметь создать атмосферу отдыха, наслаждения, развлечения и отдохновения душевного. И он должен после визита к гейше в чайный домик, он должен приходить совершенно обновленный, как будто он живой водой напился и, так сказать, как будто его окунули в живую воду. Это не в книгах вычитано, это мне японцы рассказали, что гейши сегодня в 21 и 20 веке, когда я с ними много работала, с японцами, это женщина, которая стоит очень больших денег. Просто совершенно не каждому, даже богатому человеку, по карману гейши. Я вводила группу Майку. Майка – это маленькие девочки, 14-15 лет, будущие гейши. То есть их воспитывают, ими руководят. Их привезла в тогдашний Советский Союз гейша. У нее была группа Майка, она их воспитывала. Я была в шоке от этих детей. Это вообще немыслимо. Но, например, ребенок умеет играть на где-то до 10 музыкальных инструментов. Начиная от флейты, лютни, ну, у всех, естественно, японские названия. Там еще каком-то, фортепиано. То есть 10 инструментов в совершенстве. То есть им так понравилось, как я с ними работала, что они в конце тура сказали: Анна Овсевна, вернее, я тогда была еще не Овсевна, Анна Сан, мы вам сделаем концерт. Я говорю, с удовольствием. И они сделали в холле отеля концерт. Значит, одна играет на флейте, другая на лютне. Боже мой. Это просто с ума сойти можно. Вот такие девчоночки. Они великолепно знают все, что связано с миром косметики. Они уже выбеливают себе лица, они себе рисуют бровочки, они выдергивают лишние волосики. Они великолепно подводят. Вы бы видели... Какой макияж делают Майка. Мы тихо курим в сторонке, все опытные в плане макияжа женщины зрелые. Мы ничего этого не понимаем и не умеем. У них по каждому тону помады, чтобы вы понимали, они мне там подарили, надарили, я не могла понять, но я простая советская женщина, родом не с Марса, из нашей страны. Например, там вот какое-то название японское, Юра мне переводит, он говорит, помада называется «Все оттенки розового». И этих помад 7 штук. Я говорю, а зачем так много розового одного? Подарили бы розовую, там, коралловую, там, малиновую. Они так на меня посмотрели с такой жалостью, говорят, ну это же красиво. 7 оттенков розового. Понимаете, да? То есть и в каждом тоне у них... Вот они на меня посмотрели, я блондинка, светлоглазая, чтобы мне подходило оттенки розового. Да? Возвращаемся к графике. И вот, поскольку Леонардо учился на базе Национального японского института, он изучал японскую гравюру, он был совершенно, как вам сказать, абсолютным художником не столько 20 века, сколько художником, которые все традиции конца 18-го, начала 19 века, которые дали гении японской гравюры, Хокусаю, Тамара, все, их очень много. Вот он это впитал, он очень хорошо умел. А в 1913 году, даже в 1910 году, он просит своих родителей отпустить его в Европу, чтобы постичь европейское искусство. Сперва он едет в Лондон, потом из Лондона он приезжает в Мекку, художественную Мекку, мировую, Париж. А теперь опять к автопортрету, да? К автопортрету. И в Париже происходит взаимовлияние, взаимопонимание. Значит, с одной стороны, вот я вам сейчас опишу, как выглядел этот человек, когда он появился на Монпарнасе. Значит, у него была вот такая прическа с такой вот челочкой на весь лоб, стриженной такой горшочком, круглые очки, в ушах серьги. Вам еще не видно здесь. Он носил бусы и браслеты. И он любил выходить в народ в кимоно, на голое тело. В таком виде он явился в Кафаратонда, где в тот момент находились Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Марк Шагал, Франсути. Они посмотрели на это чудо японское. И поняли, боже, как интересно, какой интересный экспонат, такой экземпляр. И когда выяснилось, что он снял знаменитый улей на Монпарнасе, это общежитие, где жили художники, он снял свою мастерскую аккурат над мастерской Амедео Модильяни. И он был состоятельный человек, потому что богатая мама с папой. У него единственного в этом уле была, посреди мастерской стояла ванна и была горячая вода. И поэтому, как вы догадываетесь, все натурщицы были его. Потому что натурщицы приходили не только попозировать, у них была шикарная возможность принять горячую ванну.